Спортсменами, космонавтами, пожарными или сотрудниками ГИБДД, кем станут сегодняшние школьники, зависит от их собственных интересов и вовремя проведенной экскурсии, уверены дорожные инспекторы. В Снежногорске полицейские рассказали подросткам об особенностях своей службы. Уже в 8 классе современным детям приходится задумываться о том, где и как продолжить учебу. Следующий год для них будет во многом определяющим. Многие наверняка решат покинуть школьные стены для того, чтобы поступить в колледж и получить среднее специальное образование. Но сегодня школьники на экскурсии в Александровском отделении автоинспекции. Возможно, после такого визита кто-то из ребят захочет связать свою жизнь со службой в полиции. У нас как бы психологическое, получается, развитие идет. Мы в голове укладываем все по полочкам и смотрим, на кого мы хотим пойти. Была мысль, и в Нахимовское мог поступить. И вот сейчас даже сходил, понравилось. Может, в дальнейшем свидимся еще с этим людьми. Ребятам продемонстрировали принцип работы структурных подразделений автоинспекции, рассказали об основных технических средствах, помогающих сотрудникам выявлении нарушителей на дороге, и даже показали, где и как делают водительские удостоверения. Целью подобных акций в первую очередь является формирование положительного отношения к полицейскому, а также твердого желания у молодых людей в дальнейшем определиться со своей профессией и, возможно, посвятить себя в службе в органах внутренних дел. Погружение в мир профессии инспектора дорожного движения проходило в рамках всероссийской акции «Студенческий десант».